говорить о том, какое настроение сейчас у тех, кто здесь присутствует, думаю, лишнее, хотя бы потому, что каждый уже отведал грузинские вина самых разных сортов. Выбор и в действительности большой. Здесь представлена продукция не только известных грузинских винодельных компаний, но и вина, которые вы не сможете увидеть, найти ни в одном, даже самом дорогом супермаркете. Это вина, изготовленные в домашних условиях специально для участия в фестивале. Сегодня в столицу Грузии приехали крестьяне самых разных уголков страны. Здесь представлены вина из всей Грузии, с разных регионов Грузии. И здесь как бы очень много сортов винограда, из которых произведены вина. И это очень интересно для потребителей, которые пока не знают об этих винах. Я приехал из Гурджани. У меня вино кахетинское вино. Технология приготовления по-кахетински. Биологическое вино. Два сорта в составе. Туане и Ркатители. Парадоксально, но в традиционной винодельной Грузии подобные фестивали проводятся нечасто. Это, говорят виноделы, отрицательно сказывается на узнаваемости грузинского вина, поэтому представители винного клуба уже решили, фестиваль станет традицией. Такого типа фестиваль в Грузии проводится впервые. Очень хорошо, что сюда приехали виноделы из разных уголков Грузии. Их вина никто не знает, но их продукция ничуть не хуже продукции любого известного грузинского винного бренда. Мало кто обо мне знает. А вот этот фестиваль очень помогает типа таких фермеров, которые не имеют сколько возможностей, что рекламировать свою продукцию. Этот фестиваль очень хороший способ для рекламирования. Фестиваль продлится до 6 часов вечера, поэтому у желающих расширить свой винный кругозор еще есть возможность прийти сюда. Главное просто не переусердствовать, потому что ни для кого не секрет, каким может быть воздействие настоящего грузинского вина.